Друзья, мы с вами на матче межрегионального рождественского турнира, где встречаются две команды, разыгрывающие между собой первое место. Новосибирск и, конечно, наша команда. Мы не могли пройти мимо очередной истории развития взаимоотношений этих команд. Итак, как развивались события в этом матче? В первом тайме атаковали сначала гости, затем наши ребята отодвинули игру от ворот, и на 29-й минуте мы попали в штангу. Это был, пожалуй, самый опасный момент первого тайма. Итак, счет 0-0 после первого тайма, и мы возвращаемся к матчу с самыми интересными событиями. Поверьте, матч очень жаркий, все хотят победить. Это невероятно. Мы все-таки вырвали победу и заняли первое итоговое место. На последней минуте матча был назначен пенальти, и гости были наказаны арбитром и потом нашим нападающим. Гол и 1-0. Мы выигрываем. И это было незабываемо.